мы догадали, крошка Маша. И сегодня со мной моя сестра, ее зовут Алиса. Ну что ж, а сегодня мы снимаем вторую часть «Что в коробке?». Ну что, начинаем! Так, начинаем, давай. Первый раунд. Ну что, посмотрим? Укусит, смотрите. Он кусается. Что-то желейное. Это желейное-ка. Аккуратно. Господи, Маша забрала себе. Это желейка. Ну что, вы готовы дать ответ? Это желейка. Ну давайте, открывайте. Коробку убирайте в сторону. Алиса, убирай. Это желейка. Ну что, будете пробовать, да? Я смотрю уже. Борьба. Маша и Алиса против желейки. Переходим к следующему раунду. Второй раунд. Так, наверное, только лучше. Нет. Оно кусает, сразу говорю. Что это? Очень сильно кусается. Это киндер большой. Да? Не знаю, давайте ответ. Может, что-то другое быть. Это большой киндер. Тоже так думаешь? Да. Ну давайте, убирайте, смотрите. Большой я! Какой он большой. Давайте распаковывать. Распаковывай. Да, я распакую. Алиса будет игрушку-то собирать, все по-честному. Через час мы ее собрали. Ну, вот такая вот машинка. Но она не заводная. И, кстати, вот такой вот герой можно посадить. Наклейки в наборе. Ну что ж, переходим уже. Что? К третьему? Точно, к третьему раунду. Как вы думаете, что там, вкусно или невкусно? Нет. Догадай. Мне кажется, невкусно. Невкусно? Два раза вкусно было бы. Ну, давайте. Где? Что это? Морковка. Где? Морковка? Я ничего не вижу. Маша, дай это Алисе потрогать. Это морковка! Это морковка! Да. Что вы думаете, морковка? Морковка? Вы уверены? Морковка! Ну, открывайте. Чё? Да блин! Хрум? Ну, давай, хрум и все. И погнали к следующему раунду. Алису с другой стороны кусь. Вы любите морковку? Или не очень? Или пойдет? Любишь, да? Нормально. Кролики? Что вы думаете? В этот раз вкусно или опять что-то будет бяково? Мне кажется, вкусно, потому что уже так много раз вкусно, мне кажется, невкусно. Сейчас вы узнаете это. Ну что, давайте. Первая ты, Алиса. Разрешаю. Ты тоже, там две. В этот раз. Что? Только не подглядываем. Я знаю, что это. Я тоже знаю. Все, угадали? Я знаю, пончик. Да. Что, думаешь? Тоже. Думаешь, тоже пончик? Ну давай, открываем коробочку и смотрим. Ой, это даже предлагать не надо было кушать. Ну что, переходим к следующему раунду. Мне страшно. Ох, мне тоже страшно за вас сейчас будет. Не надо. Некоторое яйцо. Кажется, я знаю, вот прям. Нет, ну не может быть таким. Ну угадывайте, что вы думаете хотя бы? Начинайте с того, что вы думаете. Это... А что ты думала? Что ты думала? Я думала, что это авокадо. Авокадо? Что-то круглое, у него какие-то пупырки с сторон. Так. Мне кажется, оно желтого или рыжего цвета. Что из этого? Я знаю, что Алиса очень любит. Все. Это лимон. Это что-то. Где она? Она куда-то покатилась. На. А мама нет. Маш, ты где там? Мы тебя не видим совсем. Да как ты думаешь, что это? Мне кажется, блин. Оно круглой формы какие-то пупырышки. Мне кажется, я знаю. Я все, я передумала. Ты знаешь, что это? Да, мне кажется, что это. А ты не знаешь, да? Маш. Я знаю. Тоже знаешь? Будет. Давай, ты первая говоришь, Маш, что? Апельсин. Апельсин. А ты что думаешь? Я думаю, лайм. Давайте, открывайте и смотрите. Что? Это что? Это лайм. Это лайм. Сейчас, подожди, ножички принесу. Поехали. Ну что, пробуем?
Ну, супер кислое. А нормально так? Оно как смотрит. Да? А ну. Алиса любит такое, да? Я думала, это какой-то, блин. Потому что апельсин, потому что у него такие пупырюшки, и он такой же формы. Я так и думала, что вы не угадаете, но Алиса все равно угадала. Думаю, намекну. Ну все, переходим к следующему. Так, по-моему, 5-й раунд. Не знаю, я уже сбилась со счета. Ну что, давайте потрогайте, только не пугайте тараканов. Разбежаться могут. Ой, побежал один. Я не помню, я вспомнила. Называется? Ты догадалась? Да. Маша. Здесь тоже. Да? Ну давай на счет три. Раз, два, три. Орешки. Правильно. Открывайте миндаль, коробку, точно? Смотрите. А не арахис раз? Миндаль. Миндаль. Любите орешки, признавайтесь? Я обожаю миндаль. Ну что, переходим к следующему. Что? Новый раунд, как настроение? Пока все нравится? Ну, да. Давайте. Что-то догадалась, что ли? Да. А Машу мы вообще не видим. Где она там? Ни лица, ничего нету. Убежала. Я же тоже поняла. Ты тоже поняла? Ага. Ну, а давай, что там у нас? Давайте на счет три. Раз, два, три. Что? Это вон те конфеты, то фифри, точно. То фифри. У нас название новых конфет, то фифи. Да? Вкусные, любите такие конфетки? Да? Тают во рту. Ну что, переходим к следующему. 7-му раунду. Давайте начинать следующий раунд. Как вы думаете, страшно, не страшно, вкусно, не вкусно? Ну ты сразу. Мне кажется, я невкусно. Невкусно? Мне кажется, что-то вкусное. Вкусное? Ну давайте. Говорите. Чипсы. Чипсы, пожалуйста. Да. Я только сказала, что они зелень. Тебе? Я. По запаху? По запаху, да? Нет, я даже что-то потрогала, так. Ага, знакомая что-то рука нащупала, да? Давайте переходим к следующему. Ну а что вы думаете, что это может быть? Давайте вкусное. Ваше предположение. Мне кажется, вкусно. Потому что, блин, уже много так вкусно, значит, я уже понимаю, что будет все вкусного. Да? Тебя там вообще не видно за коробки. Ну что, давайте, залазьте. Только не бойтесь. Это мое. Не подглядываем. Это что-то? Тут их много. Камера все видит. Что ты забрала? Дай Алисе пощупать. Отдай Алисе. Пусть она пощупает. Не знаю, что это. Не знаешь? Знаю. Знаешь? Знаю. Ты тоже знаешь? Давайте на счет три. Один, два, три. Бананы! Открывайте. Мини-бананчики. Помнишь, как типа Влад свою фотку делал? Ну что? Маленький банан еще осилит и влезет в вас. А как ты можешь мне? Я не умею расчищать. Она тебе сейчас своим поделится, а тебе твой адрес. О! Давай. Держи. Макакакака, да? Ну что, обезьянка, вкусно? Ну, чипсы самые вкусные были. Переходим к следующему раунду. Ну что, это у нас последний раунд. Как вы думаете, сильно невкусное будет? Мне кажется, вкусное. Вкусное думаешь, а? Какие хитрюги. А я не знаю. А ты не знаешь, да? Ну что, давайте. Что-то. Таракан. Не помню, как оно называется. Ну да, куда же тебе такое вспомнить? Так хочется. Это эклер? Ну, ваше предположение, я не могу сказать. Сейчас я шел. Это будет неинтересно, если я расскажу. Я знаю, что это. Я знаю, ой, что это. У меня что-то разломилось. Ай, мэн, не, 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 не.
Я знаю примерно, что это, но не буду называть. Так, Маша, так скажи, значит, Алисина, Алисин вариант есть? Вариант? Высовывайся к нам поближе, а то мы тебя вообще не видим. Что это примерно? Как ты думаешь? Мне кажется, какой-то твикс такой. Думаешь, твикс? А ты что думаешь? Тоже твикс. Открывайте, смотрите. Твикс? Я, говорит, не знаю, как это называется. А что ты думала, что это будет, мне интересно. Ну, давайте попрощаемся. Это был последний наш раунд, к сожалению. Давайте, прожевывайте, мадамы. И давайте прощаться. Эй, вы были на канале Крошка Маша. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.